Мэр округа Сергей Петров утвердил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателям, которые пострадали в результате пандемии, снизят налоги. Так в два раза будут уменьшены пошлины на вмененный доход с 15% до 7,5%. Для бизнесменов, арендующих муниципальную недвижимость, снизят арендную плату на 30%. В результате муниципальный бюджет недополучит почти 29 миллионов рублей. Как отметил мэр округа, пересматривать бюджетные расходы будут на очередном заседании Думы.